Здравствуйте! Что мы видим? Две замечательных кучки от крота, который съедает всю полезность почвы. Как мы с этим боремся? Все, мы поборолись. А крот-то у нас хищник. Почву он не кушает, аэрирует. Всяких медведок, хрущей жамкает. Ну а по пути, извините, если ваши розочки оказались, они, конечно, могут провалиться. Но, как видите, тут розочек нет, и газон от крота у нас не страдает.